Нет, не работает воображение. Не знаю, что. Или больше слов надо, или вот, не знаю. Ну да, и непросто. И просто, и непросто одновременно. До поры непросто, а потом просто. Потому что вообще даже не паришься этим. Вот. Че еще там? Как сложно все. Давно вот не было у меня что-то, чтобы белое на белое. Вот это все. Др-др-др. А я на черном черное. Господь наш Иисус. Ай, я не знаю. Ай, ну, это смотря сколько цыплят, до скольки ты умеешь считать. Вот, вот в чем заморочка. То есть иногда может желание не совпадать с возможностями. И наоборот. Вот так вот я познакомился с Сергеем Вдовиным только что. С кем? С Алексеем Вдовиным. Да, помню все детство, я слышал про него, вообще сказки, как вот такой вот, на что-то напиток, еще вот это вот, сахарная пудра, вот это все, яйца. И так долго-долго не мог попробовать. И потом в какой-то момент попробовал, когда вот то ли не в настроении, то ли еще чего, сказал, ну и фигня, что я всю жизнь мечтал. И с тех пор больше ничего не пробовал. Гризли. Гризли. А, сразу анекдот вспоминается, это Гиви, а двое грузин, не, грузин выходит с медведем, значит, уже убитым там. Тащит его на чем-то там, вот. Спрашивает, а трое спрашивают, встречает его и спрашивает, чё, гризли? Говорит, не так задушил. Ключ на 7. Знаешь такую песню? Песня нет. А вот у меня всегда проблема была с девушками, как гулять, чтобы она была справа или слева. Я постоянно как-то время от времени менялся. Хотя некоторые мне помогали своей однозначностью. Я говорю, стой вот здесь, вот и все. А я говорю, а почему? А потому что это значит, мы с тобой встречаемся. Или уже встретились. Вот и все. А саму песню не помню, если честно. И вот это на полу, тра-та-да. Голубей из клетки, тра-та-да-да-да-да-да-да. Тихий чужой зимы, и да-да-да, и впереди и вся жизнь, и две невымытых тарелки, а кто бы их помыл? Не, чаще всего мне холодильники мешают спать, это я точно помню. Они отвлекают, как будто кто-то есть, как будто кто-то живой рядом, ему что-то не нравится. И хочется проснуться, сказать, ну ты чё, вот или вот давай я помогу, или давай вот заткнись, заткнись. Всё. И художник вспоминается, который рисовал рыб, вылепливал на глину, их что-то акварелью что-то делал. И они почему-то были всегда настолько разные, что всегда не переставали пользоваться спросом. И вот в этом какая-то его гениальность. Во всех женщинах видел только твои черты, и это с ними меня мерило. То есть вот это вот, видимо, такая единственная для каждого архетипическая женщина. Вот, и все ищут попадание в этот именно образ, и чем этот больше образ, попадание в этот образ, тем она больше твоя, и вот, это ощущение, что никогда не любил, чем, это, видимо, попался уже случай, где еще больше всего попаданий было в эту эпическую женщину. Да. Все. Спасибо тебе.